Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы будем рассматривать вот такую проблему: не заводится скутер, точнее, не заводится стартер. В чем данная проблема заключается? Вот как мы видим, вставляем ключик, поворачиваем замок на зажигание, и как мы видим, стрелочка бензиновая поднимается, но при этом, когда нажимаем на тормоза и нажимаем на кнопку стартера, ничего не происходит. Вот в центре есть красная лампочка. Когда я нажимаю на тормоза, она должна светиться, но как мы видим, она не светится. И с этой стороны так же само. Нажимаем на тормоза, ничего не происходит. И сзади тормоза тоже не светятся. Например, если включаем поворотники, поворотники работают. Сигнал тоже работает. Дальний и ближний свет работает. Аварийка тоже работает. А тормоза не работают. При этом нет замкнутой цепи питания. И, естественно, не работает вот эта кнопка. Я купил, поменял вот эту кнопку. Думал, была проблема в ней. Но, как вы видите, проблема в тормозах. А точнее, в электропроводке. Итак, дорогие друзья, нашел я данную проблему очень легко. Вот посмотрите. Лампочка то светится, то гаснет. Вот. А на самом деле, вот здесь, вот в этой связке данная проблема заключалась. Слева идет вот кабель от передних тормозов. Справа идет кабель от задних тормозов. Вот эта связка, вот так она выглядит. И зеленый провод нормальный. А вот черный провод где-то вот здесь, вот в этом районе, наверное, он перетерся. Необходимо его прозвонить и устранить данную проблему. Ребята, вот как вы видите, я тут старый кусок отрезал. Можно сказать, аж под самый корень. И припаял сюда обычный такой же самый провод черный. И все аккуратно заизолировал на термоусадку. Вот со второй стороны я также отрезал данную клемму, соединил передний и задний тормоз и сюда это все аккуратно припаял. Теперь вот надеваю термоусадочку. Вот так. И зажигалочкой это все дело вот так обжимаем. Все, ремонт полностью окончен. Сейчас давайте проверим результат. Поворачиваем ключ на зажигание. Нажимаем тормоз. Очень хорошо светится. И с этой стороны также очень хорошо все работает. Даже вот здесь можно вот так пошатать, 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 пошатать. И все равно это все работает. Если видео вам понравилось и было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока.